Всем привет, ребят. Ну что, я бегал у себя здесь, выходил свои гели для того, чтобы потестировать новую локацию. Еще не вступил, и на твинке появилась помощь. Сейчас вам ее покажу, как как-то странно, знаете, оно работает. На основном аккаунте этой фигни нету, но на твинке это есть. Поехали посмотрим. Еще у нас по плюхам, перейдем сразу же на второй аккаунт. Так, еще есть Леди Божество, продают за большой пак, но того уже не стоит давным-давно. Механоид за 5 больших паков, Зефир. Ну, по сути, Зефир здесь очень на халяву дается. Копите самоцветы, и будет вам счастье. В общем, если посмотреть вот таким вот образом, у меня только две вкладочки здесь доступно с разными акциями. Ничего такого, в принципе, особого нету. Скины, скин на механоида, хрусталка, пиратик. Пиратик, кстати, здесь тоже обновился недавно. Довольно-таки неплохой пират. Мешки Зефира, как видите, Ронин, Стрелок, Ворожей, Бигфут, Седнушка. Ну и, конечно же, Зефир и Лис. Возможность собрать за самоцвет. Ну, шансы, конечно, как обычно, очень печальные, но они есть. Также есть вот такой вот фонтан, уже, по-моему, третий раз он здесь запускается. То есть собрать здесь огненько не проблема. Окей, поехали на твинка. Сейчас будем разбираться с новой халявой. Я там зашел, уже забрал. У меня как раз мелкие аккаунты. Я не знаю, сейчас перепроверим еще, потом на один зайдем. Так, не дает. С чем это связано, что на одних аккаунтах есть, скорее всего, до какой-то определенной силы, либо до даты регистрации, не знаю. Ну, на основном аккаунте у меня этой акции не было. Это я выходил из гильдии и чисто заметил, что какая-то новая третья вкладка. Так, вот, как видите, тоже все вкладочки есть. Неплохо. 8 сундуков за один клик бесплатные. Почему бы и нет? Такс. У нас монеток не было. Так, забираем бесплаточку. В общем, вот. Помните, у нас раньше когда-то на доставочки, вот перед обновлением, не помню, по-моему, позапрошлым, если я не ошибаюсь, была тема вот именно с этим чуваком. У нас ее добавили изначально вот сюда, мы этот Бог Грома, по-моему, если я не ошибаюсь. И вот такая же самая тема. Ну, по 3, вот видите, так и не дали. То есть это реально халява, она длится 6 дней. Сейчас мы ее заберем, если места, конечно, нам хватит. Нет, места нам не хватило. Это эмблемы. Тоже халявные. Сейчас я заберу. Не дает все забрать. Увеличим места. То есть сундуки. Это реально халява. Дальше, следующая вкладочка. Здесь уже идут донатные итемы на второй вкладке. Вот, о, нифига себе, посмотрите, вот за донат, что вы получаете.
Четвертая карта сменки 10 камней. Ну, такое себе. За 320. Это 10 баксов. Пыльца 150 и 10 сумок лиса. Здесь уже поинтереснее. 4 карты, новый талант, 600 пыли и 5, ну, скорее всего, 9 или 10. И тут божество, истинная вера. Ну, все по красоте. Кицуны 150, довольно-таки неплохо. Но это уже донатная тема. Я смотрю это все через Google только один раз. Дается на аккаунт. Ну, типа дополнительные акции у нас открыли, насколько я понял. А вот есть награды за вход каждый день. Вот я забрал сегодня сумочку. Завтра у меня будет 10 книг. Потом камешки, 1000 камней, 500. Тут, наверное, Apex 500. Карточка четвертая. И здесь у нас будет 50, 50 снеков, 50 суперпэта. Ну, совы тоже довольно-таки неплохо. И причем это тоже халява. Так, и что у нас есть еще? Есть еще вот такая вот халява. В прошлый раз я вам ее тоже показывал уже. Возможность забрать 10-е рвение, почему нет, за 3000. Сегодня я вам показал на AS-сервере. На AS-серваке, да, у нас психощит, а на английском сервере огненка. 10 левела, причем это реально круто, поэтому у кого есть возможность, забирайте. Ну, здесь вот 311, 3 сумки, ну, конечно, это печально, печальные сумочки. Вот это за 31, я думаю, реально стоит забирать, плюшки тоже классные отсюда могут выпасть. Вот такая вот, ребятушки, мини-помощь, как видите, на Тайваньке есть. Сейчас попробуем пооткрывать. 20 камней. Но этого нету на... основном аккаунте, как видите, это дается только на мелких, судя по всему. Вот так вот, мастера рун словили. Такс. Довольно-таки неплохая халява, я считаю. Это я здесь был ролил. Такс. Это тоже можно открыть. На английском еще шанс сегодня халявный скин на тыкву забрать. Вообще бомба. Так, открыли. Ну, посмотрите, сразу же карточка. 45 сменок. Вот реально круто сделали. Вот молодой аккаунт заходит и сразу получает дофигище плюх. Факт. Сразу 30 топовых эссенций. Афинка. Что еще надо, вы скажите? Стрелок. Ведьмочка. Ну, вот сразу же... набор хоть каких-то определенно новых героев, плюс для прокачки куча всего. Ну, в общем, умеют делать вещи. Такс, поехали еще сейчас чекнем. Еще на одном аккаунте. Ну, на основном аккаунте нету. Не знаю, с чем это связано, но печально. Так, видите, здесь тоже на мелком аккаунте. Скорее всего, до какой-то определенной силы. Это все дается уже за донат. И вот за вход точно так же получаете. Здесь тоже самая сумочка. Ну, в общем, по стандарту. Надо будет, если не успею на основе вступить, повступать в гильдии твинками. Ну, халява, как видите, тоже классная. Еще самики здесь накопились какие-то.
То есть это работает все на мелких аккаунтах. Но плюшки, конечно, классные. Я считаю, такие плюхи реально стоит забирать. Такс. Ну, на основе этого нету. То есть, есть привязка, судя по всему, к силе. Зная, конечно, какой. Напишите, кто играет на Тайване, у кого какая сила. Но видите, у меня здесь третьей вкладки, к сожалению, нет. Все, я вступил в пати в гильдию. Отлично. Через 10 часов, сегодня уже фактически вечером, начнется новая локация. В общем, такие вот дела, ребят. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.